Разгадать магическую силу слова предлагают в Институте филологии и журналистики СГУ. На конкурс «Власть слова» уже присланы сотни работ школьников со всего региона. Литературный поединок проходит в три этапа. Первый – это проба пера начинающих авторов. На электронную почту приходят сочинения на волнующую тему в стихах или в прозе. Следующий этап – филологический этюд о магической силе слова ставит перед конкурсантами тематические рамки. И, наконец, финал – конкурс чтецов потребует от участников и драматического таланта. Но главное для жюри – это авторское начало и умение выражать свои мысли. Свежесть взгляда, оригинальность взгляда, нетривиальность взгляда – это творческий подход к самой теме, которая очень многозначна, она универсальна, и она обнимается вот двумя словами – власть, слово.